«Головомойка». Здравствуйте, в эфире программа «Музы Головомойка», культуристки. Да, давно не чувствовала я себя в кадре так комфортно. И вот сегодня мы с Анной Мангайт, меня зовут Ольга Шахина. Да, совершенно верно. Как бы невзначай, так вот между физическими упражнениями обсудим главные культурные события недели, да, Анна? Куда же на этой неделе ходили интеллигентные люди? Выяснили, опять к Путину, да? Фактически никуда не ходили, они 22 ноября все собираются на антинаркотический концерт, который проводит Фонд Федерация. И Владимир Путин, друг Фонда Федерации. Так. Уже два таких концерта происходили в Калининграде и в Ростове-на-Дону. Нет, больше концертов было, а в Калининграде и Ростове-на-Дону выступил лично Владимир Владимирович. Что он делал, непонятно. Это же героиновые старолицы нашей страны. Да. Самое важное, что концерты проходят под лозунгом не братаны, что ли? Пацаны. Пацаны. Все одно, братаны. Вам это не надо. Почему ты думаешь, он выступает в этих наркотиках? С кем он выступает? Знаешь, с кем он выступает? Он выступает с группой «Санкт-Петербург», с группой «Русский», группой «Леся песни Интернешнл» и, конечно же, с группой «Земляне», которая имеет отношение к господину Киселеву. Это же моя любимая группа, сплошь звезды. Слушай, а понятно, да, сам Владимир Владимирович подбирал. Странно, что тебя не позвали. Странно, да? Нет, подожди, он сам подбирал «Русский» и «Санкт-Петербург». Это же практически и есть Владимир Владимирович. Ну, в общем, самое важное, что почему эти 2,5 миллиона наркозависимых заинтересовали Владимира Путина, как я поняла. Они заинтересовали его, потому что все это избиратели. Конечно. Он им говорит, типа, пацаны, вам это не надо, а нужен вам... А вот это вам надо! И протягивает им как бы вместо шприца бюллетень. Да? Прямо в это время, в Кемерово, так. Андрей Макаревич... Еще один малоизвестный музыкант. Да, выступал с концертом, и тут на сцену выбегает человек и говорит, что его концерт проходит при поддержке «Единой России». Тут, конечно, взбунтовались слушатели, они как-то свистели, закричали, отдай деньги за билет, как будто, значит, типа, «Единая Россия» нужна. Слушай, еще, вы представляешь, вот сейчас вот выбегает здесь, например, лидер к нам движения против нелегальной миграции, говорит, программа «Музы» снята при поддержке движения против нелегальной миграции. И тут, конечно, и мы, как бы, весь чёс обломали. Обламывают, да, мы только собирались на гастроли. Билеты мы уже, конечно, не продадим. Ну, в общем, мы короче, уже продали, Андрею пришлось записать песню, которую он исполнил на собственной кухне и выложил на сайте... На собственной кухне? Нет, он выложил ее не на кухне, а выложил ее на сайте СНАБА. Песни, главная мысль... на кухне программы «СМАК». Да. И там, собственно, вот главная мысль такая, в этой песне о том, что партии его достали. И особенно вот в конце он говорит, что вот все уже, кто только меня не залезал, вот только голубые еще не успели. Слушай, а что меня голубые... поразил прям этот финал. Слушай, а голубые, что ж так голубые прогадали? Такой привлекательный мужчина, а они как-то на него не залезли. До сих пор не успели. Да, но мне кажется, что вот после нашей программы, Андрей Вадимович, готовьтесь, голубые уже бегут к вам на кухню. А вот еще в Харькове на прошлой неделе, например, наконец-то закончил съемки своего многострадального фильма «Дау» режиссер Илья Харжановский. Ты слышал что-нибудь о фильме «Дау»? Это самый дорогой фильм в галактике, снимавшийся 100 лет в несчастном Харькове, который был порабощен режиссером Харжановским. Короче говоря, нет, он снимался, ну то есть не то, что снимался, замысел одумался с 2005 года. Еще Сами Ландау. Да, еще Сами Ландау. Потом он какое-то время снимался, все уже немножко от этого устали, и вот наконец... объявляют, что будут рушить декорации вот этого вот НИИ, которые в Харькове построили за невероятно бешеные тысячи, точнее миллионы. 3,5 миллиона, по-моему, евро должен был стоить фильм. В итоге они 10 миллионов потратили. А говорят, что они все ходили в костюмах 50-х, пили такой компот и говорили на языке, давно забытом русском языке 50-х годов. 50-х, конечно. А закончили съемки грандиозным рейвом. Потрясающе. В духе типичных советских подпольных рейвов. С Хрущевым в главной роли. Да, и другими официальными лицами, такие люди в шляпах-пирожках. Да. Вот, короче говоря, только все перевели дух, думают, наконец-то съемки этого фильма уже закончены. Тут, так знаешь, из лазерного дыма выходит Харжановский и говорит, нет, друзья, впереди московские павильоны. Хватит ли с вами грим. И московский рейв. Так, да. Друзья, ура. Вперед на лет рейв. Лет через 10-15 нам с Анной пришлют приглашение, мы перед пенсией отметим, знаешь, разрушим еще одни декорации. Знаешь, а мне кажется, что о самой съемочной группе фильма «Дау» можно снять отдельное кино, очень многосерийное. О их мучениях все эти 6 лет. Об их мучениях и мучениях харьковчан. Привет, харьковчане! Но да. На самом деле, к слову о сериалах, вот тут в театре «Док» придумали первый в истории сериал «Без пленки». Класс, то есть без пленки. Всегда полная экономия в театре «Док». Да. Без актеров. При свечах, без для экономии электричества. Да. И главное, действительно, удобно гастролировать. Да, третья серия едет в Харьков. В один город, а восьмая в Москве. Да, всегда стационарно. Как составы группы «Стрелки». Вот. Но
сериал будет называться, значит, «Офисное Б. Три точки. Ствол». Но нет, не то, что подумала Анна, и не то, что подумали телезрители, другое слово. «Офисное братство». Вот. И повествовать он будет о буднях сотрудников рекламного агентства. И чем же они занимаются? А в первой серии, я точно знаю, они будут выдумывать очередной талисман. Животное, да-да-да. Очередное животное, талисман для Олимпиады в Сочи 2014 года. Я просто хотела бы тебя попросить, я за Мишку. Ты за Мишку? Я вот за Мишку. А если будет Мишка, их там трое пять, да. А я за Барса. Как ты за Мишку? А я за снежного Барса. Ах ты, сволочь!